Снег растаял, а под ним бутылки, пакеты, окурки, коробки и даже старые диваны. Мусорные подснежники появляются везде – в парках, скверах, вдоль дорог. Но больше всего их оказывается во дворах. К сожалению, многие чебоксарцы не отличаются особой аккуратностью и часто бросают мусор, где придется. И если зимой снег помогал создавать иллюзию чистоты и ухоженности, то весной вся правда обнажается. Каждую весну во дворах жилых домов появляется столько мусора, что, кажется, снег не тает, а сразу превращается в бытовые отходы. Главная задача сейчас – привести столицу Чувашии в порядок. И если вдоль главных дорог, возле торговых центров, школ и садов уже стало намного чище, то в некоторых дворах под балконами все еще грязно. В городском управлении ЖКХ поясняют – за дворы и прилегающие к домам тротуары отвечают управляющие компании. Согласно правилам норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации номер 170, прописано, что после таяния снега управляющая организация обязаны убрать весь мусор, который вылез после таяния снега, остатки льда. С начала марта уже вынесено более сотни предписаний. Большинство нарушений уже устранили, а новые появляются каждый день. За сегодня еще одно. Как мы видим, по этому адресу Ильбекова, 9, управляющая компания еще не приступила к уборке прилегающей территории. Завтра мы уже выдадим предостережение со сроком исполнения. Максимум тут два дня. Думаю, достаточно для того, чтобы дворник убрался на прилегающую территорию этого дома. Поэтому посмотрим. Управляющая компания в основном предостережение исполняет. И предписание, выданное нашему управлению муниципального контроля, в основном исполняется. А спаривание наших предписаний еще и в этом году, и в прошлом году, по результатам прошлого года, если судить, еще пока не было. Внести свою лепту в уборку города могут и горожане. Во-первых, принять участие в субботниках и экологических акциях. А во-вторых, уважать труд уборщиков и не бросать мусор, где попало. Возле дома. Я старалась не мусорить. У меня сестренка есть, она вот как поедет, и она любит на улицу бросить в пакете какой-нибудь. Я ей говорю, не надо так бросать, и там выброси мусорки. Все должны быть сознательными, правильно? Правильно. Никогда в жизни, я окурок не бросал на улицу даже. Напомним, весенняя уборка города официально стартует 17 апреля. Всех, кто выйдет на городские субботники, обеспечат перчатками, мешками и прочим необходимым инвентарем. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.